Порешай со мной. Вот слушай. В общем, надо мне сделать парнички такие, 2 на 1, и вот здесь нужно мне такую укосину поставить. Значит, давай ее посчитаем. 2 в квадрате 4, да 1 в квадрате 1. Складываем 5. Корень из 5. Теорема Пифагора, помнишь, наверное, в 8 классе? Итак, длина это корень из 5. А тут у меня крышу разбирали старую. Так вот, там стропилина. Есть возможность у меня их взять. Дерево подорожало, новое покупать дорого. Несколько таких стропилин. Давай-ка посчитаем, сколько штук я смогу вот таких сделать из нее. Считаем. 10 в квадрате 100, 5 в квадрате 25. В сумме 125. Извлекаем корень. Теорема Пифагора, ты, наверное, помнишь? Корень из 125. Вот вопрос. Сколько вот этих маленьких я могу напилить вот из этой? Так вот и делим. Корень из 125 делю на корень из 5 равно. Я же в 8 классе был, как и ты, наверное. Можно все под один корень, да? Корень из дроби. 125 делим на 5. Будет. Считаем 125 на 5, это 25. А корень из 25 это 5. Даже если ты не знаешь, догадайся. 5 в квадрате 25. А ты говоришь, зачем? Дорожает все. Учи математику.